религиозной, моральной этикой. Я об этом не говорил. Я сказал о том, что... Нет, я по-другому сказал. Я сказал о том, что капитализм – сложное явление, которое проходит длинный путь. И вот сегодняшний современный капитализм уже не нуждается ни в какой морали и этике. Именно поэтому он сегодня практически начал войну с наиболее традиционными религиозными – это православие и ислам. Теперь я бы хотел вот что сказать. Вот я уловил претензию Шамиля, я, между прочим, с этим согласен. Мы действительно, мы живем в стране вообще уникальной.